десятку с рогача как впаяют. В пятницу. А у вас это, случайно, водка не найдется? Держи. Можешь не возвращать. Когда странные обстоятельства не дают покоя. Мы убили ее, немедленно вызывайте скорую. Послушайте. Объясните мне, как она попала в вашу машину. С тобой все в порядке? Ты какая-то бледная? Да, все нормально. Судьба сводит совершенно разных людей вместе. Но почему ты забралась именно ко мне в машину? Мужик за мной погнался. Мне нужна обычная домработница. Может, меня возьмете им? Типа на работу. Из любой ситуации всегда можно извлечь выгоду. Игорь, я пришла серьезно поговорить. Может быть, нам с тобой просто попробовать начать все сначала? Но все может выйти из-под контроля в любой момент. Настя, это Лиза. Лиза, это Настя. Жесть. Евгения Туркова и Станислав Бондаренко в многосерийном фильме «Княжна из Хрущевки». В пятницу на ТВ Рус.